Всем привет! В этом обзоре сравним с вами новые колготки Faberlic. Одни у нас производства Китая, я их уже вам показывала в обзоре. В сравнении с нашими предыдущими колготками 20DN в бордовой упаковке. Ссылку, если не забуду, оставлю под этим видео, сможете посмотреть. Ну и получила я колготки производства Италия, тоже сделаны они для компании Faberlic. Сделаны в Италии, написано вот здесь, вот что они тут сделаны. Но почему-то я не нашла ни одного штрих-кода, соответствующего стране производителя. Например, ну, вот здесь вот есть штрих-код, но, по-моему, он 46 соответствует России. Здесь нет вообще штрих-кода. И просто есть надпись, что они сделаны в Италии, на английском языке эта надпись. Ну и, собственно, отличие сразу видно, да, упаковка у них, вот эти за 199 рублей, у них стандартная упаковка для колготок, их можно подарить, она симпатичная, с золотым тиснением здесь буквы. И внутри все, как обычно у колготок, есть вкладыш картонный, ну и, собственно, вот эта вот наружная этикетка. Здесь у нас ничего нет, здесь только наклейка с размерной сеткой. И давайте сразу размерную сетку посмотрим. Тоже начинается размерная сетка с размера S. Здесь даже нет XS, здесь просто S. И совсем маленького веса, 45 килограммов, рост 145. И S-ка идет до 165-170 рост и до веса 65 килограммов. Ну, посмотрите, размер подберете. Я их не примеряла, потому что все равно надо колготки смотреть в носки. Сейчас я их надену, они сядут плотно, хорошо, а потом буквально через полчаса могут начать сползать или не начать сползать. Это нужно вот именно как они себя повели в носки, затянулись, не затянулись, это нужно будет смотреть уже потом. Наверное, когда будут пустые баночки, я их вдруг там порвутся, да, я положу их туда и расскажу уже подробнее. Ну, либо когда наступят холода, я уже поношу и те, и другие, я смогу уже сделать обзор именно по факту того, как они носятся. На данный момент будем сравнивать только визуально, как они и по ощущениям. Вскрыла упаковку буквально при вас и смотрим. Ну, здесь выделена у нас стопа. На стопе уплотненный мысок. То, что я не очень люблю, я вам уже говорила. Здесь он хорошо прослеживается, хорошо видимый. На самом деле колготки, которые у нас были в бордовой упаковке, у меня на носках никогда не рвались. Они всегда рвались где-то в других местах, где я просто, ну, об стул зацепляла или там еще обо что-то, об тележку в магазине. Но никогда не рвались вот здесь в носочной части. То есть, как я понимаю, не обязательно иметь вот этот мысок, который очень хорошо виден в открытой обуви. Ну, он иногда еще сползает. В общем, я его не очень люблю. Но он здесь есть. Следующий вопрос, который вы задавали уже под видео, где я разбирала заказ, есть ли здесь ластовица. Благодаря вам я узнала, где правильно ставится ударение. Это ХБ-подкладочка, которая вот здесь в центре шва колготок пришивается, хлопковая часть, очень удобно, но и в колготках за 199 рублей мы почему-то ее не наблюдаем. По составу, давайте сравним состав. Колготки за 139 рублей 20DN состоят 85% полиамид, 15% эластан. Итальянские колготки состоят 86% полиамид, 14% эластан. Собственно, примерно одно и то же, в 1% разница туда-сюда. Я не думаю, что это имеет какое-то большое значение. Когда 5 и 15%, да, тут, наверное, она бы чувствовалась. Но когда 14 и 15%, тут особой разницы мы не увидим. Ну и давайте говорить об ощущениях. В правой руке у меня колготки за 139 рублей, и, девочки, они намного мягче. Колготки за 199 рублей жестче по ощущениям. Ну, я как сравнивала их с нашими предыдущими, вот эти за 139, так и продолжаю сравнивать. Они такие же шелковистые, такие же мягкие. Колготки за 199 рублей более жесткие. Но, как мне показалось, они менее блестящими будут на ноге. Ну, почему-то это мои такие ощущения. Ну, и давайте посмотрим, какое у них отличие сверху. Так, в колготках за 139 рублей вот широкая резинка, я не знаю, сантиметр 3-4, наверное, она шириной. В
колготках за 199 рублей, ровно в два раза меньше. Буквально вот так показываю. Те, что посветлее, это подешевле. Те, что потемнее, это подороже. Оттенок у меня, кстати, я приобрела. Оттенок карамель называется. Достаточно свежий, июнь 2018 года. У меня размер S, артикул 820063. Это конкретно артикул размера. А артикул модели SI или L201. По поясу ни одни, ни другие не надевала. И колготки за 199 рублей немножко пошире. И эти не тянули в поясе, эти будут, получается, которые подороже, еще и посвободнее. Так, теперь посмотрим шортики. Так, ну, я вижу, что, как вот мы хотели, да, колготки с заниженной талией, похоже, за 199 рублей они действительно с заниженной, вот они спереди более желтые, а сзади за 139. Посмотрите, если брать по поясу, то колготки за 139 рублей натянутся гораздо выше. Давайте я вот эти части сравню, друг на друга наложу, и мы посмотрим с вами, как это будет выглядеть в ином ракурсе. Вот такая разница. Ну, практически на 4 сантиметра, на целую вот эту резинку, колготки за 139 рублей длиннее. Хотели с заниженной талией, наконец-то получили, потому что те, которые были с заниженной талией у нас, по крайней мере, на уральском складе, натягивались у меня ровно вот так под грудь. Так мне и не разгадали этот секрет в обратной связи, не рассказали, каким же образом она заниженная, относительно шеи она заниженная или относительно чего. Ну, в общем, я их вернула, потому что они не соответствуют действительности, не соответствуют заявленному на упаковке, я их вернула. Ну и по ощущениям. Сейчас я зачем-то перепутала. В общем, вот это колготки у нас подешевле. Я их прям ощущаю, они более шелковистые. А колготки за 199 рублей более колючие. Я, честно говоря, вот прям голосую за те, что подешевле. Мне не очень нравится вот такая жесткость какая-то небольшая присутствует. У меня были такие колготки или Омса, или Помпея. От них прям ноги чешутся. Эти, конечно, не такие противные, не такие мягкие, но если сравнивать две пары колготок, зачем платить больше? Я голосую за те, что за 139 рублей, ну, а те, что за 99, ну, я не знаю, насколько они лучше, вот и стоит ли переплачивать 60 рублей, я пока не переплачивала бы. Посмотрим, как в носке, да, а то, может быть, на 60 рублей они носятся на 2 дня подольше. Ну, по длине, вот смотрите, и одна и другая пара еще не ношены, они одинаковые по длине, то есть размер SXS у дешевых колготок, более дешевых колготок, это тот же самый размер примерно, что S. Ну, собственно, все, что еще можно про них сказать, я уже, в принципе, определилась за 199 рублей. Вот если, кстати, мне на те колготки в оранжевой упаковке, в бордовой упаковке, которые у нас были до этого, мне было не жалко денег отдавать там даже 200 рублей. Ну, я чаще всего, конечно, покупала со скидкой, потому что у тех, кто зарегистрирован в компании, очень много возможностей купить что-то со скидкой. Если вам это интересно, проходите по ссылке, регистрируйтесь, попадете ко мне в команду, я вам буду показывать, рассказывать, как делать заказы и где искать выгодные предложения. Ну, а так вот, без скидки я бы все равно купила. Вот если выбирать предыдущие без скидки и новые без скидки за 200 рублей, я бы купила предыдущие. А эти, честно говоря, меня немножко даже подрастроили, потому что я ожидала от них, ну, по крайней мере, того же, что было у нас в предыдущей упаковке с ластовицей, да, с хлопчатобумажной, без вот этого мыска, который, ну, не знаю, на мой взгляд, дешевит просто вид колготок. Даже когда ты разуешься, это все вот такое затемненное на носке, не очень люблю. А у тех колготок как раз этого ничего не было, и для меня они были просто идеальны. А сейчас, ну, вот ни одни из недорогих колготок этому моему желанию не соответствуют. Ну, а вы, конечно, выбирайте, попробуйте заказать и те, и другие. Может быть, мое мнение ошибочно, может, вам и понравится больше.
Но я все-таки еще раз повторяю, голосую за колготки за 139 рублей. Большое спасибо, что посмотрели мое видео, мой обзор. Подписывайтесь на мой канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить следующие видеообзоры. С вами была Марина Соловьева. До новых встреч. Всем пока!